Наша компания на рынке третий год, но бренды, которыми мы занимаемся, на рынке уже более 5-6 лет. А от старых и вообще от остальных продуктов, да, на рынке, это такие цвета, как береза, акация, орех. Очень интересные цвета, которые ранее не были представлены в паркетной доске. Ну и сама конструкция, современная новинка. Изменения и в структуре, и в цвете, и в цене, и в формате, потому что паркетная... Какой формат, расскажите? Формат – это разнодлинная паркетная доска, и на выставку приходили уже много профессионалов, которые не отличили эту доску паркет от массива. Мы задавали специальный вопрос, проводили, так скажем, опрос, и заходили, люди смотрели, их смущает формат. То есть массив, традиционный массив, он разнодлинный, имеет несколько размеров упаковки. Наша доска также имеет несколько размеров. Сегмент – это средний плюс, средний минус, но эту продукцию приобретают даже те, кто готов купить массив и считает свои деньги, и понимает, что когда мы кладем массив, предлагаем, там, по 3000 рублей, и кладем рядом образец этой доски, и он видит, что на полу это смотрится одинаково, плюс мы считаем стоимость укладки массива и стоимость укладки этой доски, и многие выбирают эту доску, потому что люди понимают, что они не сэкономят ни на качестве, ни на твердости, ни на прочности, ни на долговечности, но получат то, что они хотели, то, что искали.